Однажды в студеную зимнюю пору я Ирису вышел из сильного мороз. Вижу, поднимается медленно в гору, будто шатка лезучая хворосту воз. Кишей свою вагон спокойно свечили, лошадку ведет, как усыми жучок. В ваших спагах, в шубке овчинном, в наших рукавицах осас на готов. Уже шаг из замерзли лужин, свет молодцы, давайте похлопаем. Молодец, доставай-ка себе угощение. Давайте, Катя, вставай, вставай. Девочки.
кому-то мы сегодня вручим, наверное, почетные грамоты, дипломы. И призы. И призы. А ну-ка, давай-ка, добрый молодец, рассказывай, кто у нас тут есть. Не забывайте, папами приза, каждый получает по мандаринке и шоколадке. И брелок или даже магнитик, там, посмотрите сами. На первое место в личном зачете Шалкин Матвей. Шалкин Матвей, так, и у нас... Где Матвей? Матвей, выходи скорей, Матвей, выходи скорей. Ребята, я напоминаю вас, это у нас традиционный снимок на память. Поверни, прямо. Молодец. Гаврил Кирилл. Кирилл, Гаврил. Молодец, поздравляем. Будущий чемпион. Это Морозов. Поздравляем. Капитановой Саше. Поздравляем. Наконец-то сделать отопление, будет тепло в помещении. Дед Мороз уже. Дед Мороз, Дед Мороз. Дед Мороз. Метелью дружен я, с холодною зимой. Снега, мои друзья, и ветер ледяной. Укутайтесь теплей и берегите нос. Встречайте у дверей, подарки я принес. Российский Дед Мороз.